Всем привет! Вы на канале Профифутбол. И в этом видео я научу вас трем необычным трюкам, с помощью которых вы сможете красиво поднять мяч. Но перед началом обучения, пожалуйста, нажми на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные видео. Спасибо, а теперь давайте начинать! И первый способ у нас – это один из любимых трюков Роналдиньо. Для его выполнения подошвой левой ноги покатите мяч вправо, затем верхней частью внешней стороной стопы почти носком правой ноги остановите и покатите мяч чуть влево и на себя, а затем поднимите его вверх. Это последнее движение самое сложное, поэтому можете потренировать его отдельно. А самой частой ошибкой у новичков является слишком быстрое исполнение, из-за чего не получается правильно выполнить это последнее движение. Просто не спешите, и у вас обязательно все получится. Второй трюк называется нетвист. Итак, для того, чтобы его сделать, подошвой правой ноги покатите мяч по диагонали на левую, после чего коленом левой ноги остановите его. Затем поверните корпус и поставьте правую ногу к мячу, развернув ее так, чтобы ее носок смотрел вправо от вас. После чего подъемом левой ноги зацепите мяч и поднимите его вверх, развернувшись на 90 градусов. Сначала делайте этот трюк медленно для того, чтобы понять, как он выполняется. Затем постепенно наращивайте скорость. Тут, как и в предыдущем трюке, чаще всего не получается последнее действие, поэтому также можете потренировать его отдельно. Ну и последним у нас идет вот такой трюк, который многим понравился в моем видео «10 необычных редких способов красиво поднять мяч». Кстати, если хочешь посмотреть это видео, то ссылку на него я оставлю в описании. Для того, чтобы сделать этот трюк, подбейте мяч себе так, чтобы он падал на правую ногу, после чего в прыжке как бы перешагните через мяч, а затем занесите левую ногу за правую и ударьте ей по отскочившему мячу. Вот и все. В комментариях напишите, какой из этих трюков вам понравился больше всего. Кстати, иногда я не знаю, какие видео вы хотите больше видеть на канале. У меня есть большой опыт и знания в разных областях футбола, которым я хочу с вами поделиться. Поэтому в группе ВКонтакте я сделал голосование, на какую тему вы хотите видеть следующее видео. Обязательно не забудьте зайти и проголосовать. Ссылку на группу я оставлю в описании. Ну а на этом у меня все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!